Главная миссия проекта – привлечение и оповещение, в принципе, граждан о том, что донорство костного мозга – это несложно, безопасно, ну и необходимо. Мы пробежали вчера 10-й город подряд, и вступило уже там около 3500 человек. Мне кажется, это очень здорово на фоне того, что в регистре всего 200 тысяч человек. Я считаю, что важно оказывать помощь людям. Осознание того, что я могу спасти жизнь человека, не дает мне остаться в стороне. Участвуя в данной акции, по силу каждому. Это доступная возможность оказать людям помощь. Принимать участие в донорстве очень важно. В России все время нехватка доноров. И восполнить эту нехватку хотя бы вот малыми шажками, это почетно. Роль волонтера велика, наверное, в распространении, популяризации этого направления. Мы занимаемся именно ей в разных колледжах, университетах, популяризируем эту тему, привлекаем как можно больше народу.